Как оценить работу ученика на примере сочинения, написанного в документах Google? Открываете документ, который вы хотите оценить, и вставляете изображение. URL можете брать прямо из Google Plus, а можете сохранить у себя в любом месте, копировать адрес ссылки и вставляете в работу. Идет загрузка, закончена. Оценка появляется в работе ученика. Вы можете ее отредактировать, подвинуть вправо-влево.